Вон краб, если что, звездочка. И вот вам, и вот тебе ориентир на глюронбик. Блять, АФК что. Мне Skyrim, знаешь, не нравится из-за управления, какое-то угловатое, блядь. Да еще и, блядь, скиллы не прокачивают, блядь, дрочево ебаное. Можно как-то взломать, чтобы фул сразу все было? Да. А, ну тогда надо сыграть. Пока я просто играю ради открытого мира сюжетки. Ты в РФ еще не играл, блядь, нахуй там где скиллы надо прокачивать. РФ это что такое? Ridding for Online. Старая игрушка очень. Глеб, проснись. Давайте его все похилим, блядь, быстренько. Всю хуйню на него настакаем. Почти 7 минут уже пока что. Я пока не могу прочитать это заклинание. Блядь, не получается. О, фридомов побольше. Бля, где мой фридом? Где он? Где мой фридом? На звонок ответь. Ну вообще так-то прохилят, блядь. Так-то прохилят, мы вдвоем рейд прохилим. Прохилят? Изи. Как нехуй делать? Может на одну волну быстрее? Кто там свободно находит? Скажите, пожалуйста. Не найти ее не надо. Он в защите. Только за воротами не останьтесь там. Блять, хоть бы ворота зашел. Ебаный в рот, нахуй. Как так можно, блять? Это пиздец, нахуй. Да давай без него ебанем, блять. Ничего страшного. Мобы на него не пойдут. Убьет только и все, может, того есть. Да, пошлите. Сейчас ему еще раз нанесем, нахуй. Рид с холистой полетают на захиле. Где тут, блядь? Каску по простам дайте. Каску вообще бы ребахнуть. Ну глю его, глю ребахнуть, поэтому каски нет. Жирно в последнюю очередь напоминаю. Убивайте все остальное. Эрза, выключи свой фон, нахуй, заебал. Слушай самого себя. Переставь метку на холисту, пожалуйста. Чё? Там кто может эту болезнь диспельть? Диспельте присты там, блядь. По сути, больше ничего не бьет. Что я его не тебя так не кидал, буду. Там крабик в центре стоит. Если что, тоже с меткой. Да не бейте вы жирного, блядь. Сколько раз вам нахуй сказать, чтобы его нахуй били все остальное, не жирное. Лети нам стопом, не замедляйся. Танки. Сука. Фонарь и дерьмич. Подводите пидоров этих поближе. Нет. О. Хотя бы вот на эту. Мы злые. У тебя сзади портал, если что.
редко летаю. Вдруг мы не уследим, и они на вас побегут, и мы в итоге виноваты будем. Да, похуй. Мы мега злые. Ты Шреддер? Нет, я Фуфел Шмерц. Ну, похуй, до сих пор скажешь. Может, что-то случилось. Не знаю, придет, скажет. Ну, так написать можно, как-то предупредить. Ну, сейчас, быстрее лететь будешь. Если что. Хотя бы в Дискорде можно написать, правильно? Ну, что-то сломалось там, хуй знает, раковина потекла, блядь. Толчки еще. Или бачок. Ну. А может, что-то случилось. У меня реально недавно бачок потик. Только туалетный. Встаю утром, а в туалете потоп. Фонтан. Да. Тебя бабка сейчас соседи в суд подадут, я охуею. Бабка тебя сверху не затапливала, блядь. Нет, у меня именно бачок сам потик, понимаешь? Переработка получается. Мне как-то бабка в 3 часа ночи. Там болт проржавел, который как тычка, и просто пиздец налило. Воды. Ты на него сел? Нет, он не сел. Вот ты бы что делал, Кунка, пальцем бы закал? А, я бы... Если не портал заходит, то себя бы. Что-то еще пол хп у него, блядь. Ты через краба хилишь, не могу понять. Я, да, через краба. А частицу ты не забываешь обновлять 0? Я не знаю, мне показывает Халиста 12 тысяч нахуй ПС, ебать. Чем он там хилит, я хуй знает. Ой, бля. Он что-то проебывает. По частицу... Минус тогда ебну сделали после этого. Да, надо еще им зайти, лучше. Геру давай. И хиль. Гимн на хп дайте по валике. Дал. Блять. Успеют, нет? Должны дохилить, нет? Эти крылья юзал? Да, юзал. Что-то прям слабенько, 54 стак. Ебанусь. Мы все кончились, нахуй, сейчас. Я опять... не знаю, типа... А, ну, частицу проебал. Да, я бы вернулся. Ну он проебывал, сколько раз летали, ну. Там 50% было у босса. Нет, я очень редко летаю вообще. Да ничего, блядь, сейчас еще пару порталов зайдете. Шишек это... мало ел. Нет, я считаю, второй раз вообще летаю по этой фигне. Ну забыл на частицу обновить, что-то и хилил стоял, но не хилил Вальку. Так а у тебя Телмивена на частицу нет? Просвет. А у нас сейчас Валька этот оскорбит вроде, да? Ну, скажет неудачники, да. Должен быть Телмивент на Sacred Shield обязательно и на частицу. Нет. Мы через область это делаем. Абсолютно. Ох, ее хилят. Ну, 14 стаков, нахуй. Уиды зато. Рид сейчас захилит. Все. Так, боты упадут и кольцо. Не вангуй, пожалуйста. Кольцо. О, кольцо. О, и боты тоже. Кунка, молодец. Кунка, я поэтому говорю, не вангуй, пожалуйста. Не, за что? За что ты две теренаски? Хуёвые ванги из вас. Не надо ванговать. Ой, блядь. Это чё за хуйня?
Это с первого босс? Угу. Yes. Это отзрыв, блять. Ай. И она предыдущая. Все равно никто Даша не берет. Даша. И плечи тоже можно? За них тоже десятку. Можно. Сера, поснимай, пожалуйста. Батя 12к. Еще раз обмен. Пошли. Да, пошлите. Дырнище, мэн. Ноги. Тебе хант не надо, я так понимаю, да? А надо. Окей, хант обмен. Кольцо. Обмен везде, если что. Еще таргет пытался взять. Ринду срываешь, аккуратней. Я, блядь, одну бомбу только дала. Ой, блядь, точно подошла. Блядь, коня надо было. 3-2-1, Калиста. Калиста, это все? Это пристена. ГЦ с плащом. Спасибо. Дальше поехали. Вову топ это кто? А, Феникс, ладно. Почему я плащ должен забить камерой? Мирай, я так сказал. Мирай, так сказал. Я справа славлю этих троих. Только вы бегите, пожалуйста, блядь, с центра, блядь, метров на 20. На 30 сразу. Да, лучше, блядь. Ну, Валя говно, нахуй, никому не подходит. О, надо. Барбарос. А сколько их? Паладиновских? Да, мне две штуки надо. Мне две штуки есть. Настя, на какой уже спек надо, да? Ну давай еще одну паладинушку с ринда. Мне на танка надо, две штучки. Две штуки только и все. Когда ж Настя угомонится, уже там опять все шмотки свои. Только в смысле? Я ты же равно шамана будешь играть, на хоть один тебе нужен. Две по 50 Настя забирает, правильно? Да. Да, да. Варовский токен никому не надо, Бентли не интересует. Ты же сам коллекционировал вроде. Я могу за 10. Два тебе, два нам. Еще два токена, разбойник, ДК мог другим. Давай. Ой, ну короче 10 войд. Два штуки. Ты здесь потом себе улучшу. Настя тоже миленький. Блять, эти не те токены этот отдал Рид. Да ладно, нормально, пускай Настя выпрашивает. Раздавай по 10к минимум. Отдашь Насте сразу. Ну, Настя, ты делаешь шамана и ударяешь половину, эти токены даю. Отдай токены. Не отдаются, видишь, пытаюсь. Я хуй знает, есть у меня такой, нет? Ну-ка, чё у меня там на эрдроп? А, ну давай. 10 воет, 10, сука. Блядь.
Ой, ебать. Да заебали они сегодня уже. Причем не дешевые падают. Это дешевые тоже знак. Падали, там где винтовки упали. Фонарь сегодня клык. Ну, а кстати, что, да. 20к, блядь, что тебе дешево нахуй? Тринкет, который. Кунка дождался. 5к, кунка. Смотри, это именно за кольцо? Да. Ай. Не, не, неправильно, не именно за кольцо, а именно для тебя только сегодня. А, акция сегодня действует. Да. Ты опять водинку заронил? Нет. Водинку не разролили еще. Блин, что за гуля произошло? Пока не видать его. Блин, до сих пор покажется. До сих пор 15 минут как уже. Танк. Вова, смени меня, пожалуйста, отойду полминуты. Рит. Давай, походу, для коллекции, блядь. Ну, я сниму поставить к дракончику. Наркологу собирать. А, ты даже не бил, получается, да, Кунка? Я в шоке. Бил. Только под конец, когда я уже сальву дал, вижу, сальва летит эффект. А что, это там комета, что ли? Реально. Это новый трансмог глиф, типа, когда ты чарч вжаешь, там это, эффект сальвы прилетает по тебе. Да, там. Кунка, камень. На транс тоже надо и поставить. Я кунку жал уебанский. Да похуй, давай. Че? А, редега верни. Не обедняюсь, мы здесь типа ничего страшного. Плащ танк. СВК лучше. Не, реслин, нам будет потом заберешь. Реслин чаще танчит. Угу. Оба на успех. Пускай. Дермись, спек не сдадай, у тебя он сильнее. На, реслин. Ну, он танчит почти все время. Он тебя сильнее, этот, да-да. У нас тут битва за ИП. О, спекаться, да? Да. Сейчас я спекну. Я тоже успекнулся. Все, погодите, ман, рез. О, Глю проснулся. Не прошло и сколько там, полчаса, ну. Рейд интересует? Если ханта не интересует, я... Да, у меня как бы 71-й. Я пока что. Видишь, такие коды. Правильно. Реслин, давай мне. Еще раз один. Все, потом будут остальные. Что мне тут осталось? Кольцо. И хуйня какая-то. Мы готовы пулять? Да, чё, даю кэхэм. А ты за что даешь? А, Герод. До плеч, до пол. Домашние работяги на фул мы сможем. 200 ЕП ждет. По-моему, тут запас. Нет. Он сейчас взлетит. Нихуя не запас. Нихуя на. Это я в ретрика спекнулся, посадим на спек. Да хуй она взлетит.
Она прыгнула, снова прыгнула. Она воздухе умерла даже. Не, ну в рендж мили атаки. Может хотя половину, половину, давай на половине садимся. Нет. Бля, чего не летела? Чё, Швеб, это было больше? Ты заруинил. Хуя. В шоке. Я даже не на последнем месте. Вот. Фонари, what the fuck? Это просто мат, а надо побольше побить. Я там некоторых ДДшников признал даже. Бля, нет, на последнем месте. Нет. Не да что за лаги, нахуй, заебал. Это кольцо ты ронил или что? Да, да. Че, каждая кольчуга будет есть? Вон там Бентли соберет. Наверное, ходим персонажем. Хватит его мучить. Ты так уже за шамана, блядь, его не считаешь. Энах? А, не-не-не, не нужно, сори. Да, ты разве не слышал? Я в шоке. Ну. Берешь Энах, а блядь, шаманов нету, блядь, все пиздец. Остану прошу. Латник, ой, куда? Туда. На эфире бегал сам. Казахстан, страны будущего. А че, бот-то никто не хочет, латники? Ну, видимо, у всех есть. Там заломан, по-моему, это похожая пара. Там даже с блоком. Ну, это надо на ДК, на... Оно пало тоже. Блоком. Так и на тебя а, тоже. ДК это мастерство нахуй не надо почти, блять. Реально, блять. Mm-hmm. Они все распятаются в Дестрика и не... Что, нахуй я ему спекаться в Дестрика? А, не стакают? Он же давно не стакает. А, не бог. А кто им тэшит? Дермич. Не дам. Да, дашь обмен, да. Фонари, можешь саппорт, пожалуйста? На один только, на себя. Дашь обмен, а у нас что, с профа уже час прошел? Хотя не, нихуя. Да. Риду, блядь. Риду, да, нахуй, да, обмен. На саппорт. Я, кстати, забыл еще вот эту хуйню разролить, старлась шмот. Вот, ее я искал. А, ладно. Риду? Да, Редиган. Я вот сейчас найду. Это же параша никому не нужна. А, вон там. 9к ДПС. Не-не, у меня СПД нету. СПД это все банк. Перебухаюсь. Попротик. Спасибо. Ах ты ж, пидорас. Кто? Дайте ГП кто-нибудь. Блять, масло закончилось. Пункт, дай масло. Или фонарик тоже. У меня есть масло. Давай дам. Кидай мне. Парень, дайте с ПД фласку, я взять могу. Еще. Еще спасибо. Бля, Кирилл, смесь ПД? Заебали нахуй. Обмен давайте, речь быстро. Да ну нахуй. Мы уже должны были закончить, нахуй. Но они сильно вайпались, не покашляли, нахуй. Все, с подоснаской больше никому не нужно? Все, Арчи, на полбах поехали. Иди запускай, Дермич. Батя тут? Все, тут заебись, иди запускай. Освобождёнку сами смотрите аккуратно. Выпадет тринкет. Охуеть, блять. Какой тринкет? Мне осколок, блять, не видно. Тихо, осколка
не будет. Убежали. Да, блядь, тебя потом не будет, нахуй сделал. Извините, пожалуйста. Метки сейчас аккуратно выносим, красиво. Синрицу уничтожил чувак, он как бы сприз быстрее. Все, молодцы, отошли остальные. Ты разовишься? Нет, это не бац. А может завис. Слева падает аккуратно, прятались. РД пока не играем. Серый тут? Слева далеко падает. Походу реально завис. Предлагаешь здесь, Серега, здесь слева. По крайней больше дали. Левая крайняя, правая крайняя. Больше ДПС. Делай босс. Разбили скрип. РЗ, блять, ясно. Какая разница? В гире ты бы нахуй не жив был бы нихуя. Ни разу не жив. Да ты заебала нахуй. Пожары быстрее. Ух, бля. Метки вынесли аккуратно. Позвучите кто-нибудь. Слева. Слева. Слева очень близко, блядь. Прям даже заметка. Справа. Близко. По центральной дайте чуть-чуть больше. Последний. Слева, ближе к центру. Все, разбили склеп, пусть. Справа целая, почему? Нахуя быстрее разбили. Вот. Походу она еще раз улетит. Тяжко сейчас будет ближе босс. Отбежали быстрее. Пошли дальше. А напомните мне, пожалуйста, я тупо обморожение на мелика же стакается от автоатаки, да? Да, от физухи. То есть от физических скиллов и автоатаки. Да. Нормально. Ага, блять, не успели перевести. Ладно. Сейчас в полете переведется отдот. Рофлы, Чарльза, Синрис, Вальмора. Быстрее вниз. Молодцы. Ну вы поняли, короче, да, справа падает близко, аккуратно. РДД по крайней сыграем. РДД больше максимально подбиваем метки, только не разбить случайно справа падает, потому что там фаза сразу будет. По левым никто не бьет, нахуй. По правой дальней никто не бьет, нахуй. Ой, близко, да. Справа. Она заметкой на лестнице падает. Какая разница? Где нападает? Справа. Разбили скрепы быстрее. Быстрее. Фаза. Первый в печеньку понесет. А листья в печеньке отошли. Разбили скреп быстрее. Мелики. Скинули стаки.
резали печеньку. В саму печеньку становись, не надо, блять, ближе подходить, заморозишь мелько. Спрятались, не разбиваем, не разбиваем. Стопнули ДПС по склепу, сука, не бейте нахуй. Не добивайте склеп, не добивайте. Все, разбили склеп. РЗ влево, воскрес. Склеп сыграли, мелько. РДД босс. На ком освобожден, скидывайте стаки. Печеньку, бэнд, скидываем все стаки. Отошли от печеньки. Умираю в крест. Каплю дайте по нему, нажми щит маны в печеньку. В печеньку вынеси быстрее. Прячемся, не разбиваем. Отошли от печеньки. Блять, Вальмора нахуй. Халист, блять, вот погоны нахуй. Кого резать? Вы халисту резай быстрее. Рофлыч Вальмору. Не разбивайте. На хп кто-то ебаните, холич. Ринда в сторону, где рудали фул ДПС по боссу. Наймасы крупные. На стаке пофиг. Похуй. Две массы круг продли. Да ёб твою мать нахуй. От ада дойдите. Кунка совершил ту же ошибку, что и ты. Я не сказал, какой тринкет. Сука. Пошли в Альмуху со своими тринкетами, блять. Попросила всего лишь два осколочка. А вы мне тут, блядь, ты был нахуй. Ну, я вот кастовал осколок, а вот фонарий там пукнул. Нет, я кастовал тоже осколок. А ты ничего не кастовал вообще? Ничего не сказал про осколок. Че, на лече в сове или в эрдру? Совете. Милхан, да ты в Дискорде? Если да, напиши там что-то. Она еще сейчас обратно будет лететь. А, или там второй раз? А, все нормально. Пошли побежать. Ну ее бывает. Ханты, АП, хоста. Не, Зандалара это, блядь, топ для хантов будет. По колечко скрепляется. Дермич фонари только в соло может умереть под ночью. Ну, зависит. Сервер. Все зависит. Синдр откатывается? Ой, нет. Блять, что там выпало? Талик, да? Ну-ка. Да. Сейчас... Это чтоб осколок упал. Да, и его наколдую я. Ну, Настя просто написала, дизурон, блядь. Осколок не выпал, нахуй, все ребутай. Да, да. Витос есть, если что, если кому-то талик надо. Драчный сын мой из урона. Откуда ты это помнишь? А давай напиздим, что там осколок был, блять. ГМ нам его даст. Нет, такое ощущение, что мое предложение вообще не рассмотрят. Че за предложение? Реворк Т4 Холи Престол. Я там предложение написал. О, нихуя. Блять, опять 2 ТБЛ, что ли, будет? А что ты там ему реворкать хочешь? Ну, типа, смотри, абсорб 2300 или 2700, это максимум. Если критание по цели кругом исцеления, раз. И второе, это ослабленная ходка и ослабленный щиток. Все. Типа, это прям шлак на холи приста. Не настолько, блин, полезно. Как говорится, не до ДЦ. То, что у меня половина хила и половина абсорба идет. То есть, я не до ДЦ. Блять. Во-первых, Холи Прист это вообще не подразумевает эту хуйню. Во-вторых, у него КД молитвы, оно маленькое очень. И его, ты считай, очень часто кидаешь. Нет, это, конечно, малые цифры дает. По сравнению с тем, что шаманы раньше давали. Но сейчас их нерфанули. Ну, мне кажется, нормальный Холи Прист.
Нет, у меня вообще геймплей за абсорбом не нравится. Так а хули, ты его считаешь, сидишь или что? Ты просто кидаешь круг, как исцеление. Типа смотришь, пол хп нету у пяти челиков, кинул круг, все, пол хп вернулось. Тебе вообще похуй должно быть на этот абсорб. Абсорбом голову греет только ДЦшник. Ты же не кидаешь круг, блять, на фулл хпшных людей. Круг не кинется на фулл хпшных даже, он кидается на приоритете у кого ниже. Я хоть могу кого угодно кинуть круг, и не вижу. Да я не то имел в виду, блять. Я понимаю, что он смарт-хилка, что он у тех, у кого хп просевший, и хилит, блять. Я имею в виду, что вот он хилит у тебя, допустим, по 7 тысяч, блять. А ты кидаешь у челиков, у которых 2000 хп нету, блять. Ну какой смысл? У меня что-то обновилось, так что на пару ну, каких-то миллиметров. Давай проверим тоже, значит, твои пару миллиметров обнов. Ну, знакомый, который про ОГ спрашиваю, ну, как это там ближайший ОГ? Он говорит, ну, 15-я информатика, то, что я знаю, ну, география. Ну, говорю, скорее всего, 17-я география. О, прекрасно. Пошел спать в 4 часа утра. Просыпаюсь, то, что пинок в дверь произошел от мамы. Орет, хули я не на ОГ. Потом выясняется, что у троих тоже возникла проблема, и он неправильно припутал экзамены. Ну, я пришел, успел написать. Теперь без диска D сижу. Я смог почистить диск C, а он пипец какой маленький. И заново скачать Сирус перед РТ. Я вот этой хуйней занимался перед РТ. А диск C, ну, очень такой мощный. Аж 82 гигабайта всего в нем. Это все круто, но куда делся диск D? Вот в чем вопрос. Я его съел. Вот как раз. Мама говорит, что возвращать ничего не будет. Это как купи свой и пошел нахуй. Ага. Угу. Это типа как наказание было. Да, наказание, которое даже не хочешь забираться возвращать. И ничего даже она ставить не будет. Заскамили тебя. Нет, главное, что Сирус есть, все. И это жесткие. Ну, порнуху куда скидывать, ей скажи, что за хуйня? Ничего себе. Че, кто зашел, вот есть, нет? Нет, я зашел. Он скажет, на телефон все скидывай. Можете заходить, разрешаю. Новое меню очень удобное. Там... Да, я три раза чуть не Это новое меню? Тупо шагулонца. Сек, мы стоим у Синдры, но вроде как она мертвая. Непонятно еще. Меня на сервер не пускают. Ну, пока лагает. Нужен начальник, чтобы путь проверить. Ну что, вайпнем? Там если Синдрицу двинется, то Синдра с полюса. Ну-ка, Синдрицу станцуй. А, все, нету Синдры. Дориме. Окей. То, что 60 гигабайтов, это нужные файлы. Хрен удалишь. Порно. Не. Microsoft. Все, надеюсь. Удали его. Он память много забирает. Просто без операционки да. Сидишь и ебашишь, да? Да. Вальку сагрили, ГЦ, нахуй. Сука, ну отойдите. Ой, батя, аду ее наебал, охуеть. Че, клад? Не, там есть какой-то, сука, 360 какая-то херня. Я нажимаю, я удалил как администратор, мне пишут, что администратор вам должен разрешить. Стойте там. Стойте назад, сейчас она еще полетит. Ну, сука, не летит. Да бегите. Нет, не полетит. Смотри, летит, блядь, смотри, летит. Сука, не сагрите. Все, будем сидеть тут полчаса с боем, блядь. Я сижу, 232 место в очереди. А, задонать на третью. Говорят, там перезайдешь туда-сюда и поможет. У меня очередь это только для челяди. Я донатил, я ничего не знаю. Я метис, у меня даже когда сервер в ребуте работает все. Правильно, ибо не. Кто дефаунду не критует? Но все равно предложение написал, думал, хотя бы рассмотрят. А там ничего не будут рассматривать, походу, пока не выкатят эту обнову сраную. Нет, просто ну, скажут, добро или недобро. Либо пошел нахуй шкет ебаный. Ну, скорее всего, просто не
прочитают. Нет, меня волнует, что главное прочитали, а на остальное похуй. Читаю нахуй. Какая же это охуенная очередь, вспоминаю, сука, во время Пандарии сидел, блять. 5 часов, папа проснулся, такой, ну, пап, я только зашел в игру, бля. Твой батя играл в Вовку? Да. Он с... Че он? С 2004-го играл, то есть когда вышла вообще Вовка. А че он забросил? А он с БФА забросил, что для него скатился же все окончательно. Потом еще один, он вернулся, первый-второй сезон. Первый сезон мы все дружно поиграли, на втором мы все ливнули. Ну, я почти ливнул, на третьем я окончательно. Потому что мне просто неинтересно стало. Вот первый сезон с Шедоланса был самый охеренный. Потом еще ветка талантов, ну, дополнение будет. ВЛК, только... Сейчас там драконов, нахуй. Не, на это похуй, но главное Узы, там подобие механика как Узы, но одновременно ветка талантов как... Ну, старенькая, в принципе. Вот это мне интересно, хочу пощупать. Буду оплачивать по-любому. Сисички хочешь пощупать? О, это все здорово, что там заходит, нет? Да тут полрейда уже. Я вместо 8. Не надо ему шишечки щупать, нахуй. А то пиздец, нахуй. Тоже, блядь, 14к будет давать. Я софы играю катаклизму. Кунка, я как знала, что ты хочешь меня наебать и попытаться сбросить. Я как чувствовала и специально тэпнулась. Не наебал же. Но был близко. Интересно, а может кто сбросить человека здесь? Ну, я не хочу. Я не хочу становиться Рид Голдом, поэтому извини. А, ну-ка, ничего, привяжись-ка. Кто привяжется на страх и риск? Верните мне кличку. Ты давай, знаешь, я Феникс, с тобой привяжусь. Ты же знаешь, что ДПС манекен, он никому нахуй не нужен. Нужен ДПС, блядь, пиздатый. Да, ну ебаный, блядь, Фальмора нахуй. А вы где? Опа! Обоих нахуй туда. Да, не докажешь, что это убийство, это суисайдники просто нахуй. Что там, все зашли? Я пока этот плащ сделаю, пока там заходят. Нет, не все, еще двое. Карточки. Хуя колдовская ткань 69 голды. Ебать, она в цене упала. Который меняет модельки, я не знаю, где почти смотреть. Это другие что-то люди спрашивают. А который на анимацию, это у ребят кодеров в Дискорде есть. Блять, поменять нахуй тринкеты, сука, и колечко взломанное. И прям вообще, блять. Ну, за тринкетов точно ДПС вырастет прям пиздец, как бы. Если эту хуйню поменять. Да вы хлебные суицидники, не косплейте песню короля и шута, разбежавшись, выпрыгнув с скалы. Что у нас там с дырмичом, блять? А он спрыгнул со скалы. Рыбу хавать.
Так, давайте по-быстрому, пока там запускается Талик и Банем. Это же два мужа. Никто. Ебать. Я думал уже второй паролить, два носить. Косарь. 5к. А чё, ну я в танке. Я просто на это смотреть буду, я даже. Ебать, там чисто война, блядь, рофлыч душит, нахуй. Задушил, блядь, пожилого человека, нахуй. Да будет так. Герои... Пожилого, блядь. Ну да. Успел надеть. Пизда, да пизда рекаунт. Шо, вы не знали? Швепс уже пожилой, блядь. Пенсионная реформа, блядь. А мы в одного же, да, идем? А хули мы далеко? В два. А сюда хули далеко? Похуй. Чума сейчас будет. Хули шит. Ебать. Нормально. Попятился чистый. Майкл Джексон. Чума, на секунду. Ну? Хуй здесь спали сидеть долго. А, точно никого не назначил. У нас сколько палец повернется, тут диспалит. Рид, давай, блядь, ответственность за диспал. А я сопли вытираю. Блядь, будешь диспалить. У меня пуль летит нахуй во все края, блядь. Я заебался всем сопривить. Ладно, блядь, знал бы, что вы так долго диспалить будете, я бы кофе подбежал, нажал нахуй, и все. Барбарос. Диспал его. Все отлично, отошли. Ты кто? Это Бентли, блядь, тупо на. А, он с рыбы поел, что ли? Он, видимо, наелся, но не спит. Чё, блядь? У меня нахуй сейчас кик нахуй. Парирование это нормально нахуй вообще? Да. Я такой первый раз вижу, нахуй, что да, блять. Ну, в PvP тоже игроки могут, скажи, тут спарировать кик. Блять, хуйня это все, не может быть такого, нахуй. Промах может быть, но не парирование, нахуй. Ну, это, наверное, автоатака у тебя запарировала? Не, ну, типа, может, скорее всего, да, потому что, не, ну, она в тот момент именно, вот, когда я кик нажал, вот, прямо, блядь, в этот, и, ну, не прошел, написал парень. Странно, короче, ну, ладно. Надо будет глянуть ради интереса. Блядь, я да. Сейчас вообще не успел, сука. Я в шоке. Что, давайте. Геро. Мне, знаешь, что, кажется, на Сириусе будет возможно? Сам себя хилишь и парень не получаешь, нахуй. Ну, стигни в небе, знай. Залили по валькам сыграть. Осквернение. Разбежались. Ну, ничего. РДД по малому кругу может быть. Заражение прохиливайте же, уебану урод. Поверни его в сторону осквернения. Встали за спину. А, блять, подожди, кой нахуй за спину? Вторая штука. Сейчас будем разбегаться. Все, разбежались по малому кругу. Отвалик сразу уходим. По валикам сыграли. Охуенно, отвалик отошли. По рамбу сыграли. Блять. А они чело с порталом. Ромб и печеньку играйте. Блять, классно,
Нормально, выбежишь сразу. Пойдет. За спину все стали, кричу, один фрейм. Сначала лужи, 5 секунд. А, блядь, из корней разбежаю, что это, блядь, хуйня какая-то. Потом за спину сразу резко. Все, за спину встанем. Валь не бьем, бьем лича. Подводи на краю в сторону Вали. Иди. Мана лед, массакра, избаун тоже дай. Теперь прием. Просил. Кто гадил в тапке? Мяу. Кто мяукает? Мяу. О, барбарики. Где тик? А, не хватило этой энергии. Ну, блядь, спускай дровь там из кика. Умирай, я кикай, если мужчина. Умираю вагон, блядь. Если реально. Вау, вот это красавчик! Ну и урод. Тихо. Но он гей какой-то. Он сразу срывается, видно, агро нет. Но он эмоциональная личность. Жатву сейчас прохил, тихо, жатву сейчас прохил. Добивайте того последнего, там же. Жатву без спецстрам прохил. Мне первых поймал. Нет, вот там где-нибудь. Скорнили по бокам. По центру не идите. Там можно выбежать, если боты есть. Мозги есть. Фонари, блять. Насрал нахуй. Мега насрал. Че, кто? Просто я поймаю. Он хлопал, да? Ну что бы вы без меня делали? Сырофлыч вообще, блять, законсплеил Рида нахуй. В смысле, за Каспер Рида? Его дух зажал дорогу, они упал. Давай не надо. Блять, Бентли, ты шо? Бомба. Держи толпа, и Бентли забегает туда такой, здрасте, блять. Там швеп словишь, да? Да-да-да. Жатву сейчас прохилить, только надо. Синрицу прохил. Синрицу. Вообще никакой не сняла. Разбежались с корнями по бокам. Быстрее. Хочу. Дай. Сука. За спину встали. Фонарь, иди лови. У меня все работу сделали. Она для диван будет. Че такие сильные? На, уже я кто-то диван дал. И кто же? Глю. Я в шоте глю. А, да, давай, помажем, пункта, давай. Блядь, стриксы дал нахуй. Шаг кручу. Сандер даю. А, ну все, забей, его сломали, чисто промахи, сопротивление. Там не промахи, там урона нету по нему, просто тупо. Топор упадет агильный, блядь, и пушка с духом. А, топор агильный был, хорошо. Не, Серега, сегодня говорят, хорошая пушка на котов падает. Зов хаоса на меня. Не, говорят, что дробяшка упадет с крит-хат. Пушка на котов? Попадет 3 осколка, никаких пушек, отстаньте, от кислоты. Зов. Было бы забавно, кстати, реально, если бы вместо какой-то шмотки падал еще один дополнительный осколок, типа. Было бы охуенно. А так, мы
Я так скажу, там упадет. Настя, ты там осколок недалеко сидит один, ты шо, ну. Кунка, давай, зов осколок, зов осколок, зов осколок. Ну? Нет. Да, зов. Осколок. Осколок. Зов. А ДПС, кстати, это падает, нахуй, когда его бьешь так. Разве? Не, не падает. Ну, у меня упал. Прессы. Мне прям нормально так упал. Дай мне открыть, у меня счастливая рука. А не целая кыш. Открывай. Не открою. Зов осколок падает. Ебака, ДН рез. Я говорил, счастливая рука, только жаль на фонаре. Ебать. А, сейчас хуй там плавал. А в шоке, надо было мне открыть. Она Жаль, я не рад ни капли, почему? Потому что, блядь, ХМ скоро выйдет целка, а пушка только упала. Блядь, хуета. Бебочка, дай, пожалуйста, порт. А, все, ты тоже поставь. Давайте я тоже поставлю. Сейчас РС-ку откроют и все, нахуй. Обычно. А, РС-ка будет сперва, так что у тебя есть время. И вот там будет спасибо, реально спасибо. Сейчас такие быстренькие, это чисто две чешки, ебать. Одна с заломана, другая с этого, блядь. Да, ЕП сейчас. Не, ЕП после разрола дам. Пулту. Это хуйня надо к нему. А не врать, что-то пишу, блин. Барбарос, обмен. Разбойник ДК Макдрой. Две штуки есть. Надо как-нибудь? Войд. Давай, давай. Войн охотник шаман рейд надо? Давай, возьму. Давайте обмену. Блять, я сейчас верну. Если борьба пошла? Не, не на транс, но... Чувак, это идея. Тебе нужна пушка? А там вон хант ставит. Чё поставить? Вот. Мейн же пухи, правильно? Да. Я за РДДшным буду бороться. О, там чувак. Пушка. Вот нормально. Блядь, даже не пожалею все свои епы нахуй. Ребятушки, речь решать, боишные шмотки кому-нибудь нужны, либо я это все сейчас выставляю на аукцион. Бесплатно? Давай мне багруху. Я вот смотрел насчет этот ожерелье на шею красивого. Ну почем ты его сейчас будешь толкать? Есть в эфире, мин. Ну, считай, вот стоимость аука минус 30% внутри гильдии. Так и да. Бам-бам, ставлю портал. Бисовый. Так это понятно, я вот смотрю, что на ауке на 50 стоит, блять. Кого? Я помню, что... Багруха. На данный момент у меня стоит за 80. За 80 даже? Да, за 80. Хуя. Я вот перед РТ обновлял 50 было. Перед РТ 50.